Сегодня в Астане прошел первый форум работников сельского хозяйства с участием президента страны. В ходе мероприятия глава государства Касым Жомарт Токаев поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Он отметил, что Казахстан за короткое время стал одним из крупнейших производителей зерна в мире. Улучшилась социальная инфраструктура, были построены новые населенные пункты. Президент особо подчеркнул заслуги фермеров. Он высоко оценил качество отечественной продукции, отметив, что Казахстан занимает 6-е место в мире по площади посевных площадей и пастбищ. «Мы также входим в десятку крупнейших стран-экспортеров пшеницы и являемся одним из лидеров по экспорту муки», – сказал президент. Качество нашей отечественной продукции высоко. Многое из нее экспортируется, что является огромным успехом. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади посевных и пастбищ. Мы входим в число 10 крупнейших стран-экспортеров пшеницы и являемся одной из лидирующих стран по экспорту муки. В этом году, несмотря на различные трудности, мы собрали богатый урожай зерна. Во время осенней уборочной кампании было собрано 26,7 миллиона тонн урожая. Это рекорд за последние 10 лет. На самом деле наши фермеры добиваются отличных результатов. Поздравляю и искренне благодарю всех вас.